Всем привет! В общем, хочу вкратце рассказать суть этого ролика. Захожу я, значит, на Evolve, на первый сервер, как обычно, поиграть, заснять для вас какой-то материал. И, знаете, мог быть очень идеальный кап, просто, то есть, если бы меня никто не скашил, я просто бегал до квадрата, то я мог сделать действительно классный контент какой-то в плане фрагов. Но вместо этого стак крысы уебанов начал скашить меня у ДНК, и я банально не смог заснять какие-то красивые фраги и так далее, то есть... Фраги, конечно, есть, но они далеко не те, которые я хотел. Кто-то может написать, а в чем проблема, там, зафикскарить ДНК и просто переставить его в другое место. А проблема в том, то, что тера была возле того места, как раз-таки, где у меня изначально припаркован ДНК. Поэтому я захотел сделать такой вот видос, где у меня, блядь, горит жопа. Этим роликом я хочу показать вам то, что неважно, хоть 100 ебальников у вас искашет, все равно можно, допустим... выйти в КД-1 на копте, взять топ и так далее, вот. Также, ребята, не забываем, что я снимаю на сервере Saint Louis, поэтому указывайте промокод при регистрации нового аккаунта хэштег Leopard именно на этом сервере. И после прохождения квеста «Много машин» вы получаете 400 тысяч на свой банковский счет. И также каждому своему рефералу, который указал мой промокод, я выдаю 200 тысяч лично от себя при достижении 3-го левела. Даже квесты никакие проходить не надо. Ну и помогаю там со скиллами, сломкой и всем остальным. В общем, желаю всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Ребят, знаете, конечно, меня сейчас будут хуярить только так, но я, знаете, немножко подумал и понял то, что... Короче, сами сейчас увидите, я смогу просто захуярить всю их банду, просто всю. Не сразу, конечно, но смогу. Я хочу даже про это видос просто сделать. Спасибо, ребят, за контент, долбоёбы ебаные. Я понял то, что я смогу это сделать. Вот, первый есть... двоим Десу оставил, сейчас надо посмотреть, куда... Они мне, кстати, помогают, они мне сейчас ДНК столкнут. Я смогу с даблхитов их поебашить немножко. Вот сюда. Давайте, прыгайте. Так, минус один. Блять, ладно. Чтобы вы понимали, я только зашел в самп, поэтому мне сейчас немножко неудобно. Ну как немножко, мне совсем, блять, неудобно играть. Вот, но я понял то, что я хочу пиздец, как этот видос записать, как я хуерю этих долбоебов только так. Так, этот сдох. Так, следующее. Давай. Теперь тебя. Где еще? Где? Вот ты все равно умер, братик. Так же, в принципе, как... Блять, ласточка, подожди. Ладно, так же, как и я. Давайте, ребята, делайте мне контент, сука. Делайте мне контент. Спасибо большое, ребят, спасибо. Что, может еще в КД хотя бы единичку выйдем на этом копте? Как думаете, может получится? Если умирать сейчас не буду, то я думаю, получится. Ой-ой-ой. Малой, блядь, ну ты реально малой, ты не дорос до меня, чтобы подать. Оп, сбить решил челик. Даже так ничего не смог сделать, бездарность. Да хоть у двери встань, ты ничего не сделаешь, чел. Точно так же, как и ты. Наивные. Ладно, ребят, давайте немножко ниже опустимся. Пусть они прыгают, но они же самые уверенные. Вот, один поверил в себя, умер. Второй поверил в себя, умер. Че, третий догадается хотя бы с правой стороны обойти. Точнее, с левой. Нет, это что ли интеллект банда. Они вообще думать не умеют своей башкой. И куда ты побежал? В могилу ты побежал, чел. О, три халявных фрага. Могли бы быть, если бы я не был криворуким долбоёбом. Да. Так, бездарь. Теперь я снова в канаву. Интересно, их жизнь чему-нибудь научит? Они снова ко мне начнут прыгать? Или они все-таки подождут, когда я уже к ним пойду? Вот мне просто интересно. Я что-то ставлю на то, что они просто прыгнут. Ладно, они повышают интеллект. Они уже с другой стороны нападают. Думают, то, что я на карту не смотрю. О, аэрфраг. Неплохо. Ой, сейчас они, смотрите, повысят еще больше интеллект. Они сейчас нападут с двух сторон. Один слева, другой справа. Давай. Или нет, блядь. Нет? Ну ладно, почти угадал, только сверху спрыгнул. Видите, тактики работают уже, уже работают. Уже хотя бы меня убили. Но ненадолго, ребят, это ненадолго. Вот вы заметили, что вот этот долбоеб постоянно прыгает? Типа, он не может как человек спуститься, он прыгает, и тем самым стопит сам себя и умирает. О, у них тактики пошли, ребят, смотрите, придумываются. О, это хотя бы нормальный человек спустился.
Интересно, их не заебало умирать? Ну, вы пытались, ребят. Минус 4 просто на изи. Давай, выходи с ДНК. Минус 5 все-таки. Ну, был бы килл-лист. Посмотрите, он еще и сбивает. Ну все, они собрались, они делают камбэк. Чел, если тебя десл, то... А, он тоже сбил, еще один. Все, они научились сбивать. Они поняли то, что так они не могут вывести меня. Поэтому решили играть как конченые крысы, прям от слова совсем. Он еще какую-то хуйню подрубил, знаете, которая этот автоматический патронный крафтит, и которая, получается, стану тебя убирает. Он, получается, ну видите, да, он в стане скользит. Из-за того, что он патроны выстреливает, и у него анимация вот эта сбивается автоматически. То есть я его не застанет теперь не могу, плюс он стреляет как ебанат. Вот. Ну, говорю, челы вообще без всякой хуйни ничего сделать не могут. Че, бабасить меня решил? Ну давай. И что ты будешь делать? Сейчас я все равно его просто без шансов убиваю. Скриньте. Блять, просто читай эту игру нахуй же. А, ну все, тера уже кончилась. Как думаете, когда единичка есть? Когда единичка есть, все-таки я смог, вывелся. Ебой. На этом видос заканчивается. Спасибо, блять, долбоёбам за контент, а вам спасибо за просмотр. По-любому, кто-нибудь напишет, долбоёб, блять, лучше ты вот так вот прописал фикс-кар и пошел потом играть на квадрат, переставил его, да? Объясняю. Оп. Видали, да? Видали, где он у меня припаркован? Этим роликом я хочу сказать то, что неважно, сколько человек вас хуярит у ДНК, блядь, неважно, с читами они, не с читами, но он видели, долбоёб, постоянно выходит, ноль станов, постоянно сбивают и так далее. Вот. Даже так, в таких условиях можно спокойно занять топ-капта, вот, и сделать с этого видеоролик. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем пока.